Доброе утро, друзья! Сегодня просто потрясающий рассвет. День обещает быть солнечным, и мы с вами сегодня пойдем, пожалуй, погуляем к морю, а то давно мы не гуляли у моря. Вчера был дождь целый день, а сегодня такая красота. На улице плюс 5 с утра, в 7 часов утра, а дома 21, даже почти 22 градуса. Но это еще только пока. Зима впереди. Солнышко с утра, хотя от дождя остались капельки на стеклах, но солнце так радуется, сдает прекрасное солнечное настроение. И, конечно, мое солнечное настроение, мои творения, мои прекрасные игрушки. И завтрак у меня сегодня тоже солнечный. Тыквенная пшенная каша, правда солнечная, крем-брюле десерт, брецел немецкий и черный кофе с медом и лимоном. Сейчас позавтракаю и отправляюсь гулять. Приглашаю и вас на прогулку. Так, ну что, собралась я на прогулку. Приглашаю тоже погулять со мной в Приморском парке и сходить к морю. Ох, какое солнышко на улице! Вышла я на прогулку. Сейчас 10 утра, и пока что еще плюс 8 градусов. Но сегодня днем обещают до плюс 18. Классно! Погодка супер! Только гулять! Я, конечно, не только гуляю, по ходу еще какие-то свои дела решаю. Вот я и дошла до моря. Погода великолепная, а море такое тоже чудесное. Кормлю кошечек. Хотели дать котяткам, ну киски, ну дайте котяткам покушать. Ох, они маленькие, хорошенькие. Киса, киса. Ой, большие не дадут. Маленьким. Ну, пусть малыши покушают. Ой, малышки. Сколько их налетело на рыбу, на нашу. Валя их гоняет, больших. Пусть малышки покушают. Да, да, малышки, идите, идите. И маленькие, идите. Кушайте, давайте, кушайте. Кушайте рыбку. Ой, рыбка малышам. А вот сколько их сидит на очереди откормленных. И гларусы тоже. Им тоже надо рыбку, они любят. О, сколько. Ой, 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 сколько сбежался. Что пищишь, рыбы хочешь? Иди кушай. Да. Сорока белобока. Наш осенний парк красивый.
Разноцветный ковер из анютиных глазок. Синими листьями. Где тут анютины глазки, а где листья? Вот уже на Александровской повесили новогодние гирлянды. Поставят елку, здесь будет совсем красиво.